В России продолжаются массовые акции в поддержку Украины. На народные сходы выходят жители Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Центрального округа. Санкционированный митинг уже прошел в Петропавловске-Камчатском. Следом за ними поддержать украинский народ на улицы вышли жители Омска, Горно-Алтайска, Казани и Курска. Многотысячные акции также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов. Телеканал ТБН и зрители телеканала молятся о скором разрешении политического конфликта и о наступлении мира на Украине.